she's a wild one over here. She's a wild one. Всем большой привет! Новый день, новый влог. И для тех, кто не смотрел предыдущие наши влоги, то мы с Лешей приехали вчера на остров Бали. Приехали мы вечером. Считай, днем мы не видели остров, но настал новый день. И мы идем смотреть остров, идем купаться, изучать пляжики. Здесь арендовали себе скутер, так что катаемся на нем. По крайней мере, учимся кататься. Но вчера вечером уже более-менее нормально ехали. Сейчас мы проснулись, мы наконец-таки более-менее выспались, потому что предыдущие дни мы почти не спали. Спали только в самолетах, немножко в Гонконге поспали. Сейчас я иду готовить завтрак, мы вчера в магазине заехали, купили немножко овсянки. Сейчас я ее сварю и поедем на пляж. Оказывается, у нас есть небольшой здесь завтрак, в этом только что принесли. Нам принесли тостики, джемчик, сок, чай и фруктиков немножко. Все, мы выезжаем уже на пляжик. Давай, Анюта. Такая смешная. А, мы едем на пляж Сулубан. Сулубан. Должно быть довольно-таки красиво. Угу. С той стороны, с которой мы сейчас находимся, здесь есть волны. Поэтому не знаю, получится ли у нас поплавать или нет. Но хотя бы прогуляемся, посмотрим. Да. Погода сегодня отличная, на самом деле. Вообще не жарко. Не жарко. Это приятно. Такие симпатичные тучки у нас. Может, даже немножко дождик пойдет, а может быть и нет. Поехали. Поехали. Все, мы доехали, припарковали наш байк. Леша круто сегодня рулил. Быстро доехали, кстати, минут за 16, наверное, да? Да. Вот. Здесь какой-то мини-храм. В принципе, у них везде храм. Весь остров — это один большой храм. И я уже вижу океан. Кстати, здесь это Индийский океан. И я впервые его пойду потрогаю. Это тоже впервые, да, Индийский? Впервые, да. Мы еще ни разу не были. Потрогаем какой-нибудь тепленький, холодненький. Надеюсь, что теплый. Волны большие. Да, волны здесь большие. Мы с той стороны находимся, где большие волны. Но скоро мы поедем туда, где будет попроще купаться. Здесь, смотрите, приносят постоянно еду. Как бы духом поклоняются они. Холодная. По-моему, водичка холодная. Холодная, да? Как у нас? Да, ну быть не может. Не горячая. Как это не горячая вода? Мы приехали полсвета, чтобы в холодной воде покупаться. Oh no. Мы решили пройти до одного приватного пляжика. Там нам нужно обойти за те камни по воде. Надеюсь, у нас это получится. Вообще здесь очень красиво. У-ху! Леша весь мокрый. Ей! В общем, надеюсь, у нас получится туда дойти без приключений! Давай, зайчик, почти! Мы пришли. Классно. Посмотрите, какая красота! Леша в ладушки играет. Мы здесь просто одни, здесь никого нет, и вот эта красота. Кстати, к воде мы уже привыкли, она очень теплая. А вот там вот серферы. Не, место вообще обалденное. Я рада, что мы сюда пошли. Мы сначала не хотели идти, потому что нам сказали, здесь волны сильнее, не покупайтесь. Но нет, здесь круто. Это того стоило. Мы совсем одни на этом пляже, не считая тех людей, которые сюда добираются. Так, в принципе, мы одни. Леша, вон он купается. Здесь такая красота вокруг. Он очень маленький, конечно, но учитывая, что ты здесь один, это очень круто. Просто счастлива, что мы сюда попали, что это место такое действительно красивое, атмосферное. Есть свои какие-то минусы, такие, например, как мусор на дорогах или
как стиль вождения. Их, конечно, минусы есть везде. Но ту атмосферу, которую ты получаешь в итоге, это не передать словами, и оно того стоит. И дотронулась, и он убежит. Ага. Мне кажется, он не убежит. Он притворится дохлым. Ой-ой. Ой, зая. Ой-ой. Ой-ой. Аккуратненько подожди. И теперь иди. Еще одна волна небольшая. Давай, давай. Осторожненько. Осторожненько, вот давай, топ-топ. В общем, у нас теперь есть проблема. А мы же пришли вот отсюда, по воде, и... Когда мы шли сюда рано утром, здесь не было столько воды, ну, было буквально по щиколотку. Вот, а мы же с техникой, у нас и дроны, и камеры, и влоговая камера. И мы пошли обратно, а там прилив, и сильные волны. Короче, нас начало смывать вот буквально вот по грудь. И один раз пришла такая сильная волна, что Леша вот так с рюкзаком наверх, его тоже уносит, я его держу, сама уплываю. Короче, это жесть, мы решили искать выход через век. Здесь вроде бы есть ступеньки. Но мы не знаем, куда они ведут и приведут ли они нас к нашему пляжу, с которого мы пришли. Но здесь все будет хорошо. Мы пришли в кафешку, про которую мы ранее говорили. Тут очень симпатичненькая веранда. Вот. И люди так сидят за баром и смотрят на волны. Вот наша еда. Я взял какую-то индонезийскую курочку. А у Анюты рыба. Махи-махи, рыба. Всем приятного аппетита! Мы уже, кстати, давно в нашем номере. Отдыхали немножко сегодня. Довольно-таки устали еще, солнце было жаркое. Ленивый день. Ленивый день, да. После таких перелетов нужно сделать немного отдыха. Hello. Yep. It's gonna be awesome. Да, и мы решили полетать на дроне сейчас. На улице сейчас время заката. К сожалению, нам его почти не видно. Но мы поедем завтра, будем смотреть закат. Мы вернулись из магазина, набрали немножко продуктов, главное, самое главное, взяли воду. И также мы взяли немножко сувениров, уже сразу родителям взяли, чтобы потом не мучиться, потому что обычно сувениры оставляешь на последний момент. И, кстати, да, это у меня так кусил комар. И сувениры обычно оставляешь на последний момент, и потом в самом конце бегаешь как ненормальный, ищешь их. Мы решили взять в самом начале, пока увидели. Самое главное, что мы взяли это штуки от комаров для комнаты, потому что Лёшу сильно кусают. Он мне мешает спать из-за этого, потому что он говорит, комары, комары, включает свет и ловит этих комаров. Поэтому мы взяли вот так, какую-то штучку, которая втыкается в розетку с запахом лаванды. Надеюсь, это будет отпугивать комариков. Также взяли вот такую вот дымилку и также вот такие вот эвкалиптовые палочки, которые тоже втыкаются вот в эти штучки. Лёша взял себе нудлс. Конечно. Это passion food. Это passion food, хорошо. Такс. Опять же таки, чё купай? На завтрак хорошо идёт. Сок с passion fruit.
У Лёши какая-то мания. Мёд. Наконец-таки мы взяли мёд, его и в кашу, и Лёши в чай. Взяли орешки такие вкусненькие. Круассан. Ещё одна лапша. Бананы. Ещё один обычный круассан. Также кокосовое масло. Я его использую обычно как для волос, так и для тела. Это все наши покупки. Также ещё взяли воду и всё.